Хей, окей, с вами Шоки, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls 2. Короче, я прокачал интеллект, я улучшил на единицу свой меч. И также я сделал вот что. Я хотел купить самоцветы вот эти, самоцветы жизни, но у нас их максималка. Поэтому я купил бомбочки. Так, ну блин, я на самом деле могу просто с помощью лапа кошки туда перепрыгнуть. Да и все, типа, они мучатся. О, подожди, точно. Здесь есть два прохода. Таинственная треснувшая красная ока, таинственная. Так, и здесь есть еще подъем куда-то. Я не хочу рисковать. Чтоб на меня что упало. Что-то тревожит тебя? Да, я вижу. Это начерчено на твоем челе. Ты раздумываешь над своими прегрешениями. Я Кромвель. Сожаление, тоска, разочарование, замешательство. Какие дивные дары. Вместе они составляют жизнь. Так ты не считаешь? Но сейчас ты блуждаешь в темноте. Твои собственные поступки не дают тебе покоя. Бедняжка. Да, да, мы все такие малые и хрупкие. Но если в твоем сердце живет искренность, твои грехи будут прощены. Вот твой шанс. Покажи мне свою искренность. Попросить прощения, поговорить. Но так как у меня нету... Я не убивал людишек, да, и то есть NPC дружественные, у меня есть нет проблем. Любой может служить прощению, если он искренен. Как бы ни было, страшные грехи его. Конечно, все мы заслуживаем прощения. Купить предметы. Что у тебя по предметам? Ну, это, скорее всего, на мага, да, все такое? Я прочту, но... Белый головной убор жреца. Традиционный головной убор клириков Дранглика. Клирики Дранглики никогда не пользовались особым почтением, и сейчас их существование дать традиции. В зависимости от пола клирика носит разную одежду, но причина... Появление такого обычно неизвестно. Это мужской головной убор. Так, понятно. Так, колечки вот там есть. О. Так, лечение, восстановление. Утешительная молитва, сила, силовая воля, небесный гром, непоколебимость, останки жизни. Темные пилюли... На все время. Увеличит сопротивляемость к отравлению. Увеличит сопротивляемость к кровотечению. Увеличит сопротивляемость проклятиям. Вот проклятие. Блин, вот это. Я бы кольца все купил, на самом деле. Я не буду торопить тебя. Подожду. Увядшая душа. Фимиан скептика. Увядшая душа, малый щит клириком. Малый щит клирики. Маленький щит клирики на паломника. Хрупкое благословение позволяет отражать заклинания. Мастер постарался сделать этот щит особенно прочным и обеспечить хоть каким-то защиту от ударов. Ясно. Уголь вражды. Ветшая душа. На самом деле, я, скорее всего, могу все души использовать, да и все, и купить колечко. О, побежали куда-то, мне предлагают бежать. В чем подвох?
нахера ты сел отдыхать? Я вообще-то действие поменял. На час 33 у меня. О, нихера. Душа гордого рыцаря. О, да ладно. Какой маленький паучок. Ну-ну-ну-ну. Ну давайте, 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 давайте. Проходим, ребята, проходим. Все. Я думал, он яд даст мне. Типа я подумал, паук ядовит. Темные пилюли. Неплохо. Опасное местечко, я вам скажу. Ой, иди в сраку, а. И, конечно, он умирает, а мне нихера не дают. Как обычно. Да, я сразу эту херню увидел. Ну, блин, пауки, я не скажу, что они опасные, они очень медленные. Угольная смола. Тоже как бы так, факел. Спешить нигде нельзя, потому что отовсюду могут выпрыгнуть. О, да ладно. Это как в этом. Ой-ой-ой. Опасно. Как хэдкраб, знаете, вот то. Так, сколько ты мне восстановишь? Полную? Ну, не полную. Так, обломок титанита. О, там пески зыбучие, оказывается, еще. Так, давайте сюда пройдем. А, тут тупик был. Ладно, не пройдем. Ничего, что я успел щит поставить.
осколок фляги. Найс. Темные пилюли. Бля, вот это теперь она будет по мне всегда пулять. Короче, идешь ты в сраку, мах. Ты думаешь, ты один такой умный, можешь пуляться? Это ни хера подобного. Все могут пуляться в этой игре. Так, здесь прохода нету. И здесь тоже ходишь хоть куда-нибудь, надо... Надо смотреть, куда идешь. Дохера здесь этих пауков, и здесь упасть можно как ни хер делать, я как понимаю. Каменение, да? Это новые Василиски? Походу на то, что да. Охренеть. А, это ты. Купаться не хочешь в песочек, приятель? С таким я хотя бы 100 раз могу сражаться постоянно. Серьезно? А ну себе. Доспех королевского мечника. Доспех королевского мечника. Такие доспехи носили королевские мечники. Благодаря своей форме он отлично защищает низкого движения. Никаких украшений для этого доспеха. Только создан только для боя. Для войны с гигантом. Бла-бла-бла. Охренеть. Я охренею. То есть чувство, когда тебе нужен всего лишь один выстрел, и то у тебя темные пилюли. И тебе на него не хватает. А, я в человеческом образе, вон оно что. Так, ну там можно призвать чувачка. Понял, до свидания.
О, здорово. Это твой дом? А, с этой стороны открыть, найс. А там костерчик. Манать тут каменные фигурок этих. Огненная бабочка, баночка, бабочка. Ох, вот мы и встретились снова. Это моя мастерская. Думаю, на нашем языке меня должны называть кузнецом. Я создаю самое разное снаряжение, используя древнюю технику моего народа. Обычно я работаю только с очень узким кругом клиентов. Но я перед тобой в долгу. Я изготовлю один предмет по твоему выбору. Я предлагаю очень обычные товары. Уверена, что он придет тебе по вкусу. На этом раз я не возьму с тебя плату, но мне понадобится величественная душа. Без нее никак не обойтись, думаю, ты понимаешь. Обмен. Душа забытой грешницы. А, это то, что у меня есть, но... Да. Да, копье драконоборца. Нож мясника. Ну, это я могу сейчас обменять, так ведь? Починить, усилить оружие. Надо еще один мерцающий. Купить предмет. Муракума. Давайте я, наверное, муракуму куплю. Потому что на самом деле муракума... О, осторожное падение. Муракума идеальная вещь. По своим свойствам. Это обычный предмет. Но имба почти во всех играх. Усилить оружие. Муракума. Да. Подожди, я могу у тебя... Все, да? Ну и смотрите, урон. Да, я вернусь к тебе. Вещи. Давайте смотреть... Так, вещи. 216 плюс 149. Это у нас 365. Здесь у нас 375. На сколько ударов, подожди? Тоже на 4 удара. Скорострельность, да, не побольше. Хотя она нормально это. Отражать, ну как, удары. 10 ударов идет нормально. Поэтому, я думаю, сойдет. Плюс я буду это оружие еще прокачивать очень долго и нудно. Давай, выходи сюда. Тупой паук. Ты можешь выйти? Выходи, пожалуйста. У меня время... А хотя время до хера у нас. Очередной мимик. Нет. Сундук с ловушкой? Нет. Полукруглый топор и вихрь душ. Вещи. Полукруглый топор. Полукруглый топор. Бронзовый двуручный топор с полукруглым лезвием. Длинная рукоятка позволяет использовать это оружие как большое рас... как на больших на расстояниях. Можно легко ощущать, что некоторый этот топор был наполнен священной энергией, но сейчас от нее осталось лишь два заметные
заметны следы. Возможно, те, кто благословил этот топор, уже нет с ним. Мне вот интересно, как заточить оружие на кровотечение. Все такое у нас же есть, вот эти камешки. Я хочу заточить Муракуму, так как она идеально, по мне кажется, будет для меня. Плюс урон по многим целям, и она широкая. Камень, 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 камень. Грубый камень мне нужно использовать. Но мне интересно, кто его может использовать. Почему я не могу использовать? Знак призыва. Робки, поехали. Можно ее убить, в принципе, и... Хотя она... Пускай будет. Так, фантом. Здорово, здорово. Это, если что, ребят, как вы поняли, из ниндзя черепашек Рафаэль. Стоп, это не это место. Обломок титанит. Нахера тебя с собой взял? Давай посмотрим, что ты можешь. Вон враг, можешь атаковать его. Ты мне будешь помогать? Чел, пойми, я то не знаю, куда мне идти. Я тебя взял с собой, чтобы ты мне помогал. Как я понимаю, ты тоже не понимаешь, куда идти. Поэтому ты теперь... Так, факел есть. Поэтому ты просто сейчас со мной ходишь, понимаешь? Хотя, кажется, я теперь понимаю, куда мне идти. Только нужно этих людишек оттуда выгнать. Ну ладно. Слишком тяжело, что... Чего? Слишком тяжело, чтобы открыть это из-за песка. А у меня еще две фляги. Вообще круто. Заперто. Ладно, эту так не открыть. Ну что, приятель, походу все. Давай, чтобы ты туда к ним не падал. Они смогут нам подняться? Пожалуйста, не прыгай к ним. Нет, чел, нет, чел, нет, чел. Поднимайся, поднимайся, сказал. Идем. О, блядь.
Иди сюда, я сам туда не пойду, ты заебешь. Чел. Чел, может, поможешь? Да, наносят какой-то урон, но очень малый процент. Ну, в принципе, думаю, ладно. Чего вы все не упали? Я с боссом буду отдельно драться. А, так это. Это ядовитая херня? Нет, не ядовитая. Хех, пацаны, будете мне вдвоем помогать? Так, во-вторых, куда мне идти? Так, заперто. Привет. Зря ты открылся, чел. Так, косточки возвращения. Так, и последняя дверь. Ну? Он хочет... Выходи давай туда. Эффективней. Так, чувачки, давайте полезли. Заебись. Спину. Остерегай спину. Сука, тупая. Ключ камень Фароса. Главное, чтоб я не упал.
факел. Манать локация. И мы еще одного бойца потеряли, охренеть. О, ладно. Повезло. Бой, давай быстрее, нам нужна твоя помощь. Так, нам проход туда. И все, да? Так, все собрались. Две фляги оставлю. Ну что, бойцы, погнали. Главное, чтобы там до хера этой паутины не было. Чувствуется, паучки будут мешать мне. И очень активно. Прикол. Ух ты ж, ё-моё. Топить! Я понял, только в лицо. Мешаю. Мне ее лапы мешают. Так, мы пришли оттуда, значит, нам сюда.
чё? Душа Фрей любимая герцога. Душа стража искореженные руины Фрей возлюбленной герцога. Искаженные руины – древнее место, тьма, от которого до сих пор оскверняет землю. Сила этого места росла год от года, подчиняя себе проклятые души этой земли. Использовав душу этого стража, ясно. Что вот это за значок, мне интересует? Потому что, как бы подумать, тут мест до херища, куда можно пойти. До хера и много. Там есть какая-то печать, но ничего не происходит. А, вон оно что. Может, стоит ХП восстановить? Так, ключ от Брайтстоун, ароматная ветвь былого, кварцовый... Тихо. Что-что? Кварцевый что-то. Мать, она уже сломатая. Нихера себе. Так, осколок флейги у меня еще точняк. Так, ветвь былого пускай лежит. Доспех королевского мечника. А, колец тьмы мне дали. Вот что мне дали. Вихрь душ, одно из потерянных заклинаний, сохранившееся в склепе нежити. Выстреливает череду из наводящихся на цель душ, от него крайне сложно укрыться, и поэтому оно эффективно против подвижных врагов. Рассекающая стрела. Стрелы, вызывающие кровотечение, их наконечник остро заточен. Здоровье врага скоростью уменьшается. Так, еще мне что дали? Камень разряда. Ну, это, короче, затачивает на молнию. Изменение волшебный титанит используется для усиления оружия молнии или для добавления щита. Добавления щита на молнии щита. Колдуны из Мельфийской Академии Магии пытались наполнить титанит силой стихии, но так, как говорится, потерпели неудачу. Понятно. Ключ, да, мне дали? Вот ключ от Брайтстоуна. Ключ от пещеры Селдоры. Эксцентричный лорд Селдора, известный своей любовью к паукам, построил город и нажил богатство, добывая пламенный камень. Но однажды на город напали пауки, а лорд Селдор лишь стоял, наблюдая за резнёй с жутким удивлением. Ясно. Прикольное место, где только один костер, и то, который меня телепортнет хер знает куда. А знаете, о чем я сейчас думаю? Давайте я поставлю на паузу, если смогу. А я ж упал, да, вниз куда-то-то там. Ладно, погнали в ближайшее место. Мы сделаем с вами вот что. Сейчас сделаем три вещи. Или одну. Три. Или одну. Короче, первая вещь. Усилить оружие. Или давайте... А вдруг она потом сбросится? Ладно, сделаем тогда таким, ребят, вещь. Мы сейчас заканчиваем. Сейчас закончим. В следующей серии мы с вами вот что делаем. Первое.
затачим оружку, маракумку. Второе, прокачиваемся, если у нас еще что-то остается. И третье, флягу улучшаем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.